Приключения Хеллоу Китти и ее друзей. Кафе Синемаролла. О, чудесный день для прогулки. Ага. А кто это? Ты знаешь его? Нет. Интересно, что он делает здесь, в лесу? Что ж, пусть работает. Похоже, он очень увлечен. Мне нравится твой зонтик, Китти. Мне твой тоже нравится. О, мы видели этого малыша и вчера. Он работает под дождем. Ты права. А, может, ему надо помочь? По-моему, у него не очень хорошо получается. О, боже, начинается ураган! Бежим скорее домой! Мелоди, если мы и сегодня увидим этого бедняжку, мы поможем ему. Я и сама так думала. Если мы ему не поможем, он будет красить целую вечность. Кто это? Смотри-ка, сегодня его нет. Думаешь, он бросил работу? Очень жаль. Вчера разыгрался сильный ураган. Надеюсь, он не пострадал, работая под дождем. Почему я так боюсь заговорить с ними? Может, он уехал в город покупать материалы? Ему никогда не закончить свой домик без посторонней помощи. Они ушли? Да. Думаю, он не будет против нашей помощи. Мы должны это сделать. Вы бы только видели этого бедняжку вчера. Он работал один в такую ужасную погоду. Никто не должен делать такую работу в одиночку. Это неправильно. Если дружно возьмемся за дело и поможем ему, мы закончим работу очень быстро. Согласны? Я согласен. К тому же у нас появится новый друг. Да, кто знает, может, мы заставим и Эксамена помочь нам. Ха, что скажешь, Бацмару? Эксамен сейчас занят, но вообще он любит помогать. Отлично, значит, решено. Вы отправляетесь в лес, я иду к себе домой за кисточками, а Керопи... А где Керопи? Я думала, он прячется за тобой, Пачака. Наверное, он в мастерской. Я зайду за ним, и мы с вами встретимся у старого домика, ладно? Отлично, пошли. Здравствуйте, меня зовут Синемару, и я мечтаю открыть кафе, чтобы продавать хороший кофе. Но я такой стеснительный. Ты уйдешь? А я останусь, и со мной останется моя застенчивость. Не уходи, не покидай меня, я покажу, чего мы можем достигнуть. Возьми меня за руку и полетим высоко над моим маленьким кафе. Летим со мной, и ты увидишь, я не такой застенчивый. Летим со мной. Летим со мной, и ты увидишь, что в небе тоже можно играть. Летим, летим, летим со мной. Выше самых высоких деревьев. Летим со мной. Здесь мы можем быть свободными. Летим со мной, и ты увидишь, какой я есть. Тебя зовут Синемарол, верно? Меня зовут Мелоди, а это мои друзья. Как поживаешь? Я Бацмару. Можешь называть меня Иксаменом. Некоторые считают, что я на него похож. Наверняка ты слышал о великом удивительном Иксамене, верно? Пошли, нам надо представиться. Да, отличная мысль, Китти. Меня зовут Китти. А меня Дэниел. Надеюсь, мы станем друзьями.
Ты хочешь дружить? Дай лапку, друг. Мы рады с тобой познакомиться, Синеморол. Давай мы поможем тебе построить кафе. Да, да, мы поможем. Так. Керопи, ты очень занят. Нам нужна помощь. Ты уже много чего тут сделал. Очень впечатляюще. Мастерская рок-звезды. Почака, друг мой, добро пожаловать в новую улучшенную мастерскую Керопи. Я работаю над своей машиной. Помнишь, раньше у меня были трудности с ее остановкой? И тут я подумал, чем больше я чиню вещей, тем интереснее мне становится. И я решил стать изобретателем. Эй, проснись, Почака. По-моему, ты хотел меня о чем-то попросить. Ой, извини. То, что ты рассказал, просто потрясающе. Ладно, все нормально. Так что тебе было нужно? Ах да, Китти и Мелоди попросили всех помочь нашему новому другу починить старый домик. Чем больше рук, тем лучше. Ты можешь пойти со мной? Пожалуйста. Починить? Конечно. Только возьму ящик с инструментами. Отлично, идем. Так хорошо. Привет, Дэниел. Привет. Так. Как думаешь, Синеморол, почему ты такой стеснительный? Я не знаю. Наверное, это у меня с рождения. Ну, с этим нужно что-то делать. Ведь будут приходить посетители. Ты прав, но я не знаю, что мне делать. Мы будем рады тебе помочь. Правда? Как мне повезло, что я встретил таких друзей. А вы можете подойти сюда на минуточку? Во-первых, я хочу поблагодарить вас и... Бригада маляров спешит на помощь. Эй, скажи, Керопи, а что в твоем ящичке? Когда увидишь, то завиляешь хвостом от восторга. Нет. Теперь самое время поупражняться в знакомствах с Синеморол. Это наши друзья, и мы знаем, они тебе понравятся. Ну ладно. Смелей, не стесняйся. Давай. Все будет хорошо. На этот раз, думаю, у меня получится. Меня зовут Синеморо, и я рад с вами познакомиться, вот. А я Керопи. Кое-кто называет меня Керопи. Я его так не называю. Меня зовут Почака. Так и зови меня Почака. Я рад. Вот домик, который мы ремонтируем. Здесь будет кафе. Давайте примемся за работу. Мне не терпится поскорее начать. Лично я сделаю кое-что особенное. И что это будет? Потерпи, скоро увидишь. Готово! У меня тоже. Это для тебя, Синеморол. О, спасибо! Ой! Ой! Получилось очень красиво! Это самое лучшее кафе, которое я видел! Керопи, уже бегу. Полюбуйтесь. И что это такое? Потерпи. Это передвижное кафе? Да, ты можешь отправиться с ним куда захочешь. Спасибо. Огромное вам спасибо. Здравствуйте, ребята. Добрый день, Сэндай! Прекрасный денек! О, новое кафе! Отлично, Синеморол! У тебя первый посетитель! Что скажешь? Ты готов его принять?
Что пожелаете, сэр? Как насчет чашечки кофе? Один момент, сэр. О, нет, я забыл заполнить прилавок. Честно говоря, у меня нет кофе. Прошу меня извинить. Дорогие читатели, сегодня мы обрели нового друга. Его зовут Синемарол. Мы помогли ему побороть застенчивость и открыть новое красивое кафе. Это было так здорово! На сегодня все. До завтра, друзья. Пока! Продюсеры и режиссеры Мэтью Свенсон и Филипп Лау Сию Чанг. Композитор Грег Чан. На русский язык фильм озвучен на студии «Баритон».